Пока у одних получаются невыразительные фотографии даже на профессиональную камеру, другие умеют круто снимать на телефон. В чем же секрет идеального изображения? Для начала нужно подготовиться к съемке. Используй естественное освещение. Фотографировать лучше на улице ранним утром, в сумерках или пасмурную погоду. Загляни в лужи после дождя. В них могут быть классные отражения. Соблюдай правила третей. Мысленно раздели кадр на 9 равных частей. Главные объекты композиции размести вдоль линий или на их пересечении. Так снимки будут интереснее. Для удобства включи в смартфоне функцию «Сетка». Экспериментируй с ракурсами. Даже на обычную картинку можно посмотреть с неожиданной стороны. Для начала попробуй снять что-то сверху или, наоборот, снизу, прямо с земли. Добавь белого цвета. Так изображения станут лаконичными. Делай портреты на фоне светлой стены, а предметы можно фотографировать на плите из пенопласта или на подоконнике. Заготовь реквизит. Попробуй раскрыть образ за счет необычных элементов. Например, возьми покрывало, корзинку, очки, шляпу и книгу. И из тебя получится образец умиротворения. Бери советы на вооружение и увидимся на съемках.